В Махачкале прошло торжественное чествование чемпионов юношеских Олимпийских игр, которые недавно завершились в китайском городе Нанкин. В составе сборной России по золотой медали завоевали Исмаил Гаджиев. В турнире по вольной борьбе и в состязаниях классиков успех праздновал Арслан Зубаиров. Поздравить чемпиона смогли заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Гаджимурат Магомедов, президент Федерации боевых искусств Дагестана Магомед Имин Гаджиев, вице-президент спортивной борьбы Апшин Апшинов, родственники, друзья, одноклубники и тренеры. Для Исмаила Гаджиева и Арслана Зубаирова этот год стал самым удачным. Они одержали победы на всех официальных соревнованиях, какими являются первенство страны, первенство Европы, а затем ими стали юношеские Олимпийские игры в Китае. В финале вот более, ну как бы сложная схватка была. Американец вышел со мной. Ну, хороший соперник был. И морально как бы тоже настроиться сложно было. Все-таки Олимпиада. Так получилось. Счет у нас 3-1 был. Со счетом 3-1 я его выиграл. Я согнал 7-8 килограммов почти. После гонки веса самая тяжелая – это первая схватка с представителем Казахстана. Он еще был такой неудобный соперник. Вот с ним 8-6 я боролся.